Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить Mass Effect 3. В прошлой серии мы сделали фактически невозможное, мы помирили квартарианцев и гетов, и это просто огромное достижение на самом деле. Теперь у нас значительно возросла сила наших войск, мы имеем сразу два больших флота, это флот гетов, флот квартарианцев. Имеем инженеров и гетов, и квартарианцев, которые будут помогать нам в строительстве Горна. И все это на самом деле замечательно. Но, тем не менее, сегодня у нас будет разговорная серия. В основном мы пообщаемся с членами экипажа, послушаем, что они скажут насчет этого перемирия, что они думают, какие теории выдвигают. Вот, тренер, что ты мне скажешь? Joker pulled the Normandy through some insane maneuvers to stay out of the line of fire. It's hard being in a fight like that, especially when you're not the one flying the ship. Joker's one of the best, though. At first I was nauseous, swinging around in my safety harness. But then I was furious, just enraged. I wanted that thing dead. You didn't want the Reapers dead when they attacked Earth? I wanted them defeated. I wanted Earth saved. But I never wanted to physically tear them in half and watch them blow up. Congratulations, Trainer. I believe you've discovered your fight or flight instinct. Perhaps I should have stayed with Chess. Although now I think I'm spoiled by the lack of explosions. Okay. Hate gonna hate. Так, поговорим о квартарианской войне. Диана Аллерс. Возможно, трудно поверить в то, что только что с нами случилось, но остальная галактика Лигдвали знает о проходе квартарианцев через Валь, не говоря уже об их начале войны с гетами. У нас прямо под носом отличный сюжет. Я собрал материал со всеми причастными... я собрала материал со всех причастных, не считая вас. Можно я зайду в вашу каюту на часок и запишу ваши комментарии на видео? Диана. От Шаларан Ласаранах. Капитан. С помощью гетов наш флот практически полностью восстановлен. Мы сосредоточили свои усилия на помощи эвакуации и поддержке Турианского флота. А геты тем временем изматывают жнецов. Даже после нашего... свежезаключенного союза было бы глупо рисковать, подводя войска ближе к противнику. Насколько мне известно, адмирал Зен в работе над Горном заметен прогресс, хотя сама Зен, похоже, недовольна техническими характеристиками устройства. Она при всей своей эксцентричности обладает острым умом. Надеюсь, что у нее получится улучшить функциональность Горна. Я никогда бы не подумала, что ему удастся переубедить Хана. Позаботьтесь за меня о Тали Зоре. Кила Салай, адмирал Шаларан Вас Ранах. Тали Зора, Шепард. Хотела сообщить тебе, что буду работать вместе с Адамсом на инженерной палубе. Раз уж я все равно лечу с тобой, больше всего пользы от меня будет именно там. Заходи, когда появится свободная минутка. Тали. Что ж, ладно. Зайти-то мы к ним всем зайдем. Давайте для начала дадим интервью Диане. Расскажем вселенной о нашем великом достижении. О том, что мы вообще натворили на Ранохе. Trainer, can you send up Diana Allers? She wants to talk to me. She's on her way, Commander. I'm sure you've got a million questions. I narrowed it down to 40. Let's see how you do with the top 10. Commander, the last time most of us heard about Geth, they were attacking the Citadel alongside Sovereign. Yes, and you should know that was a minority of the Geth.
Most of them are not hostile to organics. Is that how you explain that they're allies and no longer dangerous robots who stick humans on spikes? Таскивающие людей на копья. Ну да, это было в первой части. Там для превращения человека в жнеца было такое копье, на которое насаживали человека. И через некоторое время он как превращался в хаска. Ну, довольно интересный такой процесс трансформации, хотя довольно странный. Можем поступить грубо, можем поступить герой. Ну, мы пока хорошие, давайте не будем отклоняться от этой ветки. What you have to realize is that despite their reputation, most Geth are not inherently violent. The Quarians attacked them. The Geth fought back in self-defense, just like any organic would. Now that we've freed the Geth from Reaper control, they'll want payback for their enslavement. But you're going to take an army of synthetics to fight Reapers with untold hacking abilities. What's keeping the Reapers from reprogramming the Geth like they have before? Интервью закончено. Ладно. Давайте продолжим. The Geth are extremely intelligent, and they put incredible thought into solving this problem. They're not gonna turn again. I bet my life on it. Now here's a question from a Batarian on Omega. Commander Shepard, if the mass relays can be destroyed... So did I miss anything? Do you have any questions? You gonna go file your story now? Well, if you don't mind. Go tell the galaxy what we've done. They could use some good news. Aye, aye, Commander. Что ж, отличное интервью, по-моему, нет? Да, у нас военные ресурсы, войска гетов. Все это обновилось. Что мы тут делаем? А, ну да, мы зашли в зеркальце посмотреть. Отлично. Я вот не помню, для чего мы используем личный терминал, кроме как приглашать. А, можем еще распределять здесь таланты и менять их внешний вид. Но у нас-то все распределено, поэтому... Нет. Будем на это тратить время. Отправимся общаться дальше с членами экипажа. Так, ну тут у нас по-прежнему никого нет. Я всегда проверяю все помещения, потому что, в отличие от второй части Mass Effect, члены экипажа могут перемещаться время от времени, менять свою дислокацию на корабле. Это, конечно, большой плюс, это показывает определенную жизнь на корабле, они ходят с кем-то, общаются, отшучиваются и так далее, и так далее. Во второй же части они были прикованы большую часть времени к своему месту, то есть как Гарус там был возле орудия на калибровке, так он там все время находился, не выходя оттуда. Ну ладно, так, доктор. Да-да-да, ладно, я это все слышал и слышал не раз уже. Стелли. На цитадели у нас вообще много будет дел, когда мы туда прибудем. Думаю, это надолго затянется. Но об этом позже. Меня, кстати, всегда пугали вот эти вот камеры. Гарус. Peace between the Geth and Quarians. Who would have thought? Not how I ever imagined that would turn out. And next you'll be telling me the Krogan and Turians are cooperating. Oh, right. You managed that one too. You're a peacemaker, Shepard. A rare thing these days. Now, if you can pacify the Reapers, we'll make you a saint.
Да уж, действительно. Not sure if having an army of Geth behind us gives me confidence or makes me feel like there's a target on my back. Maybe later. Maybe later. Или искать мишень не на спине, да? Ну да, понятно. В принципе, недоверие всей галактики к Геттам вполне обосновано. И пройдет немало лет, прежде им начнут доверять. Если они, конечно, ничего не накосячат. Another Reaper gone. And peace between the Geth and Quarians. It's amazing. And now my people have a world to fight for. Something they know will last forever. So long as you and the Geth remain good neighbors. They're not our servants anymore. I'm not sure what we should call them. Allies? Friends? There's still too many wounds on either side. But maybe one day. Понятно. Так, ладно, улучшения. Никакие не нашли? Нет. Лиара. Ага. It's good to see you, да. Так. Письмо сержанта Кавана сержанту Ити. Вот это имя. Может, в следующий раз ты предупредишь меня, что Геты наши друзья, и что стрелять в больших роботов не надо? Я чуть штаны не обмочил, когда с неба ножницов посыпались праймы. Мы выпустили по ним несколько зарядов, и только тогда поняли, что они не атакуют нас. Потом заявляются, тут типа говорит, что они союзники, и запрашивает наш статус. Я не жалуюсь, что они спасли мою команду, но извиняться перед Гетом за то, что стрелил ему лампочку, такое не забудешь. Довольно забавненькое такое письмо, вот уж действительно. Ситуации, связанные с Гетом, с Гетами будут весьма интересны. Там еще где-то такое же письмо, примерно такого же содержания было, когда они... выслали инженеров на как бы для помощи в построении горна, там было примерно то же самое. Так, ну давайте послушаем Явика, он наверняка испортит нам настроение, ну да ладно. Thank you, Commander. I have seen another Reaper die before my eyes. You are proving that humans are capable soldiers. But I question this peace you have brokered. No such thing is possible between machines and organics. I would have destroyed the synthetics without hesitation. And these Quarians, let's just hope they are reliable allies. It is difficult to trust a species that hides behind masks. Да, но я так и знал, что ты скажешь что-нибудь подобное. Дипломатия не выигрывает войны. Powerful and plentiful firearms do. Но, насколько я знаю, у протарианцев была очень сильная армия. Тем не менее, мы проиграли. Так, ты больше ничего не скажешь? You believed Protheans built the mass relays. The Reapers are cunning in their deception. Allowing life to flourish, century upon century, letting us believe ourselves the masters of the cosmos. Then the truth becomes known. There are monsters in the dark spaces, and we are their prey. Да, это конечно жестоко. Do not care what others think. Do what you must. Do not care what others think. Do what you must. Пожалуй, единственный правильный совет от Явика за последние. За последнее время не думай то, что да, не думай о том, что подумают другие. Делай то, что считаешь нужным. The Ardat Yakshi? No. I think that story would be perfect for you. The hidden dark side of the most beautiful race in the galaxy. We have a huge Asari audience. If I do that story, I could lose them. That seems a bit like pandering.
Ever seen how fast an e-democracy can abandon its allies? No. If I do my job, you won't. Окей, ладно. Ты ничего не скажешь? Not right now, Allers. Let me know when we do. Ладно. К сожалению, она самый необщительный член экипажа, и большей части, когда мы к ней приходим, ничего от нее нового не услышим. Мы можем либо оставить ее на корабле, либо прогнать, если она надоела. Хотя я никогда не прогонял, не знаю, что за этим последует. Надо будет как-нибудь попробовать, да. Так, Тали где-то находилась здесь. Think about when we were abducted by... No, I don't. Me neither. Это о чем? Так, а где Тали? А, вот она, вот она. Ну, привет. Can't be. No. I guess that's right. Hey, Tali, how's it going? Oh, sorry. I didn't hear you. I just got communication from the fleet. Sorry. From Rannoch. In the old days, I'd send any new technology I found back to the fleet. I should probably be doing that with the agriculture samples now. I don't know anything about raising crops. How are your people doing? It's crazy. The Geth are helping, setting up housing, adapting power systems. They are doing in weeks what would have taken us years. Geth are even uploading into the suits of Quarian volunteers. They're rewriting environmental functions, jump-starting our immune systems. Так, что ж, как такое возможно-то вообще? The Geth are software, not hardware. They can transfer themselves from a normal body into anything with enough processing power. They're mimicking infections, so the host can adapt without getting sick. It's like making a vaccine. Что ж, впечатляет. So the Quarians won't have to wear those suits anymore? It doesn't seem possible, but yes, in a few years, with Geth improvements, we won't need them. We might still wear them. The suits have become part of our society. But a rupture won't be a death sentence. Today, on Rannoch, there are Quarian children who will grow up healthy and strong, thanks to the Geth. They owe that to you. No. I'd have killed the Geth with no regrets, and I'd have been wrong. Thank you. Anytime. Just let me know if you let a Geth upload itself in there. No, the only person who gets inside my suit is you. Nothing stands between us now. Whatever the galaxy throws at us, I'll be at your side. By the way, I left something for you up in your cabin. Go have a look. Да, это интересно, что ж там оставило. Что ж, ладно, но если жнецы победят в этой войне, то всей вашей идиллии придет конец, да. Ну ладно, не будем думать пока о плохом. У нас есть еще последняя палуба. Этакий подвальчик. Сходим туда. Там нас ждет Джеймс. Хотя наверняка он ничего интересного не скажет, я уже это подозреваю. А мы, кстати, мы забыли поговорить с инженерами, которые были там на палубе, рядом стали. Ну ладно, то еще вернемся, да. Джеймс. I can't believe you got the Geth and Quarians to play nice. You should get a medal for that alone. It looks like we just need to get the Asari on board, and we can finally focus on the Reapers. But I don't suppose it'll be as easy as all that. Nothing ever is. One step at a time, I guess. Курочка по зернышку. Что у него тут такое? У него... Смотрите-ка, у него тут ракеты лежат. М2 вроде название, если смотреть на... Или В2, или М2. Не, по-моему, W2 все-таки там написано. Джеймс, зачем тебе тут ракеты, а? Так, ну ладно. Давайте вернемся на инженерную палубу. Там были наши инженеры, они, возможно, скажут нам что-нибудь интересное. Я, конечно же, на это надеюсь.
Инженер Денелли. Да ладно. Да. К сожалению, ничего на них так сказать. Ладно, это мы все тоже спрашивали. В одной из первых серий, кстати. Тали сказала то, что оставила нам какой-то подарок у нас в каюте. Давайте поднимемся в каюту и попробуем найти этот подарок. Хотя я даже не подозреваю, где она могла его оставить. Что же это и где же это? Думал, это модель того корабля недостающего, но нет. А, снимок Талии. Значит, они выглядят совсем как люди, ничем не отличаются почти по внешности. Что ж, ну это довольно неожиданно, знаете, я, как говорю, при первом прохождении Mass Effect у меня был роман с Лиарой, поэтому... и мы как бы общались просто. А здесь мы решили продолжить этот роман, и похоже не зря, потому что... Потому что без скафандра она выглядит еще более красиво, чем в скафандре. Там татуировка какая-то была на шее еще такая интересная в виде цветка. Не цветка, а такого растения. Ну ладно, что. Довольно любопытно. А на этом, я думаю, закончим эту серию. Отличный момент, чтобы ее закончить. Я надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставим лайки, комментируем. Не забываем подписываться на канал. А с вами был Кейн. Всем удачи и пока.